No, znajdzie. Jest trudno uznawać. Хотя он болит уже почти через второй месяц, но все равно это страшно, трудно. 50 лет вместе, это уже одна жизнь. Мы с ними работали вместе. Эти фильмы вы знаете, наверное. Ушел очень большой режиссер, замечательный. Фильмы его, многие его фильмы останутся, это уже точно. Ушел из жизни замечательный человек, любящий. Сердце у него было отзывчивое. Он советский, как пишут сейчас, советский, русский режиссер и грузинский режиссер. Я смею это сказать, поскольку фильм «Не горюй» и другие фильмы тоже очень много, «Мимино». Все это как-то затрагивает. Очень грустно прощаться с ним было. Он болен давно, но все равно это не играло роли. Одно то, что он жив, то, что мы говорим по телефону, что он любил шутить, вспоминать друзей. Большой был тоже человек и большой-большой режиссер. Ну, вот такая потеря, серьезная. Я представляю, сколько... Да.